наехал на разделительное ограждение и перевернулся. Это ДТП случилось утром в районе Шершневской плотины. По данным ГИБДД, 34-летний водитель на Hyundai не справился с управлением. Мужчина наехал на металлическую конструкцию. Из-за этого машина перевернулась. К счастью, челябинец не пострадал. Ехали одни на перекрестке и столкнулись. Эта авария произошла на пересечении улиц Воровского и Сони Кривой. Почему водитель не пропустил вторую машину, предстоит выяснить инспекторам. Из-за ДТП движения на перекрестке было затруднено. На трассе Челябинский Екатеринбург столкнулись два грузовика. Один водитель погиб. По предварительным данным, Мерседес столкнулся с КАМАЗом. Они ехали в одном направлении. Иностранный грузовик в итоге протаранил металлический разделитель дороги. Водитель Мерседеса скончался в машине скорой помощи. Стол повис над дорогой после того, как в него въехала легковушка. Эта авария произошла на улице Механической. По данным ГИБДД, в конструкцию врезался 24-летний челябинец на «Шевроле». Он не справился с управлением. К счастью, виновник не пострадал.